Приветствую вас на канале Hard Reset Info. И сегодня я покажу, как на устройстве OnePlus Nord CE включить функцию загрузки приложений из неизвестных источников. Для начала переходим в настройки. Затем в раздел «Приложение уведомления», «Специальный доступ», «Неизвестное приложение». Перед нами открывается полный список приложений, через которые мы можем устанавливать из неизвестных источников. Давайте выберем, например, Gmail. И даем разрешение на установку из этого источника. И теперь можем устанавливать неизвестные приложения через Gmail, сколько нам вообще влезет. И на этом все. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки. И пока.